Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Чердак Норбу, у кого-то день, у кого-то утро, у кого-то ночь, у кого-то вечер. Продолжаем сдавать экзамены за Гарри Поттер и вузники Азкабани. У нас остался последний экзамен, я так понимаю, наверное, все, сюжет этого части закончится, ну, потому что что, мы вроде всех победили, всех спасли, клювокрыло и так далее, но не факт, не факт, потому что, как я узнал, у нас меню. Так, это меню карточек, щиты. Так, в это меню списки. Так, меню мини-игр. Так, вот здесь мы прошли только Пикси. А у нас еще есть какая-то книга страшная. И этот, клювокрыл. Вот его мы еще не прошли. Это что такое? Это меню паролей. Мы тут, оказывается, не всех собрали. Вот этого мы собрали. Ля-ля-та-та-баля. Вот этого, по-моему. Или взяли, мы его не помним. Так, это что? Так, это получается карта. А вот, нет, это мини-настройки. Дракони Форс, да, вот тут мы не все собрали. Карп Ретрактум, урон у нас молодец. Глациус тоже. Так, текущая статистика. Так. Ну ладно, посмотрели. Просто думал, где-то тут задания вроде как были. Так, лягушки что собираем? Вот за лягушек бы, если бы у тебя полное здоровье было бы, давали бы, я не знаю бы, там, за место них конфеты. Было бы классно. Так, сюда. Эти сюда, ребята, идут. Ё-моё, сколько конфет-то. То, блин, три конфетки вылетает, а то прям целая охренеть сколько. Так, сюда, сюда, сюда. Опа, отлично. Так, пошли дальше, видим щит. Тихо, тихо, кто? А ну один этот не страшен. Сюда иди. Все. О, еще один. Ух ты, еще. На тебе. Так, ты там давай. Ой. Все, убил. Да сколько вас тут? Что за комната такая страшная? На. Так, тихо, тихо, тихо. Так. Сюда подошел. Опа. Два щита. Блин. Ну, ё-моё. Так, это куда приехал я? Так. Ricto Sempra. Нахер пошел. Ricto Sempra. Еще давай. Ricto Sempra. Так, куда ты? Ricto Sempra. Ricto Sempra. Все, улетел. А, еще. Ricto Sempra. Ricto Sempra. Все, забили его. Ricto Sempra. Они тут какие-то разноцветные. Ricto Sempra. Да ты че? Ricto Sempra. Все, красавчик. Да, блин, еще! Ricto Sempra! Ricto Sempra! Ricto Sempra! Прям уровень за уровень, ты смотри! Ricto Sempra! Полетел! Ricto Sempra! Тихо на свои задницы! Ricto Sempra! Ricto Sempra! Ricto Sempra! Так, и ты! Ricto Sempra! Ricto Sempra! Ricto Sempra! Так, лягушка даже не понадобилась мне. Да, еще один щит получил. Так, ничего тут нет, никакого секретика. Нет, не вижу. Бери! Опа! Смотри. А, нет, бесконечный полет не получился. Так, куда приехал? Ricto Sempra. Так, ну эти мне уже не страшны. Ricto Sempra. Давай. Ricto Sempra. Улетел. Ricto Sempra. Ricto Sempra. Улетел. Так, ты. Ricto Sempra. Ricto Sempra. Улетел. Нифига ты какой. Ricto Sempra. Бомбометчик. Ricto Sempra. Ricto Sempra. Не, мне кажется, надо было им, короче... куда? Им надо было, короче, сделать комбинирование. Пикси. Вау, давай сюда, да. Вот. Я только сказал про Пикси. Им надо было сделать Пикси совместно с этими чертями конфетно-хлопушечными. И вот этих вот жопострельников. И было бы вообще прямо шикарно. Хоть, все. Подбили. Так, тихо, конфеты. Конфеты собирал. Еще было бы заклинание, которое бы само бы эти конфеты притягивало. Палочку бы так бы хопа и все притянул. Да, было бы здорово. Так. Хоть. Так, все собрал. Паутины. Нет. Так, 4 щита. Все куда-то вниз, вниз, вниз и вниз. Вот черти прибежали. Ну давай, давай, давай. Давай, косипоры. На, троих просто одним ударом. Надо было четверых сделать. Так, давай, 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 давай. Ой, ты чертенок. Так, тихо, киданул хлопушку. Сюда подошел.
На тебе. Давай сюда. Сюда. Ой, саламандры. Кстати, про саламандры я забыл. Глазус. Так, херню ломаем. Тихо, тихо, тихо там. Ну, вот саламандры более такие активные. Риктусемпра! Риктусемпра! Так, эту херню уничтожаем. Глазус. Давай там не вылазь оттуда. Глазус. Риктусемпра. Просто изично разобрались. Все? Да, смотри-ка. А тут у нас что? Нет, ничего тут нет. Это мы сейчас полетим с тобой. Ну полетели. Спонгифай! Ё-моё! Ты в курсе, что так нельзя летать? Спонгифай! Вот это расстояние. Ё-моё! Не знаю, как ты, Гарри, а я бы вот просто бы... Спонгифай! Испугался. Куда залетел? Тихо, тихо. Ой, награда. Ну, хорошо, хоть газ не пустили тут. Тихо, 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 тихо. Все, все, все собираем. Так, 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 так. Так, так, так. Хопа. Отлично. Че, сдал экзамен? Отлично, Гарри. Поздравляю. Ух ты. Даже не верится. Гарри, мне было очень приятно преподавать вам уроки заклинания. Мальчик мой, у вас великолепные способности. Просто великолепные. Все, завершить. На разборочку идем, на стрелочку такие. Хоть, хоть. Где ваш третий? Я рад, что вы пережили последний экзамен. О, это было здорово. Говори за себя. Мне теперь долго будут сниться кошмары. Да ты всех лучше собрал. Ну что ж, давайте посмотрим, чего вы добились за этот год. Так, подожди. По ролик по третьему я не все собрал. Я только бой с Пикси прошел. Ну все. Похоже, у вас еще есть кое-какие дела. Приступайте, да, к работе. Да, приступаем к работе. Все, наконец-то мне дадут теперь походить по Хогвартсу. Пособирать, да, все так. Где это меню-то было? Подожди. Меню настройки, карточек, щиты. Так. Вот, количество найденных секретных комнат. Две не нашел еще. А, вот, список заданий. Так, практикум по карте Ретрактум выполнено. Практикум по драконе Форсу не выполнен. Один щит я не собрал, да? Ага, и тут один щит не собрал. Бой с чудовищной книгой о чудовищах. Смотри, вообще ни разу не сделали. Полеты на гиппокрифе не сделали, портреты. Пойдемте по ролик к портретам возьмем. Наконец-таки можем побродить спокойно. Без сюжета. Заходь, заходь. Че такое? Опять сюжет. Вот ты мудак. Не, ну это интересно. Ну смотри, какие. Надеюсь, Пивс. Мы тебя больше не увидим. Давай. Его доспех раскален до красна. Да, сейчас ушатаем его. Гнусные детишки, хотите поиграть? Сейчас ушатаем его. Ой, сохранение еще. Типа босс. Ну, давай. Рекрутер. На тебе. Лапус. Мерзавцы, гады. Ну, а ты что думал? Рекрутер. Ой, Гермиона, ты как всегда попадаешь. На тебе. Что-нибудь по-новое придумай, слышишь? Он кидается факелами! Ну, нихера себе, скотина! Вали отсюда, Потти! Ты что, охренел, что ли? Что мы тебе сделали-то, слышишь? Давай, Гермионка, не тупи! Так. Вот страшилище. Ой, я тут попанул. Осторожнее! Сам напал, а теперь что, осторожнее? Гляди-ка, чокнутый Поттер выучил новое заклинание! Хе-хе-хе! Глаз! Так ему и надо! Молодчина, Гарри! Спасибо! В общем, мне понравилось! Унижать других, да? А мы случайно не перестарались? Не волнуйся, скоро он продолжит над нами издеваться. Ну, сам напал, урод. Так, нам дали, получается, тыквы. И все, что ли? Две тыквы за него? Ну, что-то скучно, я думал, карточку дадут. Так, это кто такие? Есть как что-нибудь стрясти тут? Так. Тут ни хера, тут ни хера. Ну пойдем. Пойдем все секретные пароли, портреты эй, собирать. Гарри. Эй, Гарри, чё? Эй,
Эй, Поттер, ты коллекционные карточки покупаешь? Да покупаю, конечно, ясен пень. Ух ты, Гленмор Пикс. Нихера ты дорогой. Ну давай, покупаем. Лады, покупаю. С тобой приятно иметь дело. Так, давай. Где эти карточки у меня? Так, этот где тут? Да дорогущий хрен, вот он. Гленмор Пикс. 1677-1761. Победитель кромерского морского змея. Ну ладно. Победил так победил. Так, еще есть карточка? Да, есть, смотри. Гарри, карточку купить не желаешь? А что такая черная? А за 10? Всего за 10? Давай. О, я это беру. Спасибо большое. Так, где эта изучательница летучего пороха? Она где-то здесь должна быть. Да, вот она. Игнация Уайлдсмит. 1227-1320. Изобретательница летучего пороха. Отлично. Так, скоро мы 3. Тут уже мало осталось. Так, давай еще какую-нибудь карточку есть? Да, есть. Сколько у них карточек? До бесконечности можно покупать. Эй, Поттер, ты коллекционные карточки покупаешь? Да я тебе отвечал уже на этот вопрос. Так, это кто такая? Джоанна Сайкс. На метле. О, покупаю. Звучит неплохо. Ладно, беру. Красавчик. Спасибо большое. Что, типа все продала мне? Да не ври. Так, где эта метелка? Джокунда Сайкс. Родилась в 1915 году. Первой совершила перелет через Атлантику на метле. Ну, тут у нас Джокунда-то, а? Джокунда. Давай еще карту. Смотри, у нее бесконечно карт можно фармить. Эй, Поттер, ты коллекционные карточки покупаешь? У тебя обновляется память, что ли? Я себе вот покупал. О, какая чародейка. Моргана Лефей. Нифига себе. За 50, ну давай. Отлично, договорились. Сейчас я все спасибо тыкаю. Большое. Тебе нахерачу, блин. Но зато мы сейчас всех девок соберем. Где она? Вот она. Моргана Лефей, средневековье. Сводная сестра короля Артура. Темная чародейка. Враждовала с Мерлином. На Йеннифер похоже. Так, еще есть? Да, есть. Гарри, не хочешь пополнить свою коллекцию? Давай. Бун Мумба Бунхин какой-то. За 50 всего, давай. Хорошо, договорились. Удачи, Гарри. Удачи, 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 да, давай. Смотрим, кто такой. Что за хрен? Вот он. Мунга Бонхем. 1560-1659. Знаменитый маг-целитель. Основатель клиники магических заболеваний и травм святого Мунга. Прикольно. Так, ладно, давай пойдем. Так, тихо. Это не работает. Так, где-то у меня еще есть портреты к паролям эти. Пойдемте искать этажи. Так, второй этаж. Смотрим. Сохранялка. Так, эти не работают. Вот ты. Дирижабль. О, у меня пароль есть, смотри-ка. А, мы тут все втроем прошли. Давайте, ребята, помогайте. Нифига себе тут. Вот это да. Ну давай. А тут. А вы что пустые-то, слышишь? Не-а. А еще и тут. Подожди. Ё-моё, это наверх выход, да? Ну, идём сюда. Они тоже собирают, молодцы. Алакамора! Так, что тут, карточку давай? Отлично, что за карточка? Какая-то стрекоза, смотри. Смотрим, это чудище, по-любому. Вот она. Брюховёртка. Укус длинного тонкого жала этого насекомого вызывает головокружение с последующей левитацией. Сушеное жало брюховертки – компонент нескольких магических зелий. Прикольно, укусило такое и летаешь, да, себе в удовольствие. Неплохо. Хотя еще какой, конечно, вопрос, как именно летаешь. Может, там где-нибудь только в мозгах у себя взлетел. Так, взял, молодец. Так, там я не пройду, да? Ну, это выход, да, я так понял. Ну да, это выход. Уф. Так, ну сохранимся.
Все-таки карточек много насобирали. Так, пошли на третий этаж. Узнаем, где у нас нет паролей. Так, это третий. Здесь у нас что? Люмос! Так, тут я был? Да, тут я был, походу. Тут все собрал. Да, тут я был, тут мне нечего делать. До свидос. Вот, блин, заперто. Почему заперто-то? Странно-странно. И сохранений что-то так много. Так, давайте. Депульса! И чё? Так, это какой-то проходить практикум. Да, это мне не надо. Опа. Ну-ка. А здесь что такое? Опа! Там буйствует какая-то кошмарная книга. Надеюсь, вы пришли ее утихомирить. Да, конечно же, ее утихомирим. Да, мы с ней в поезде встречались, я помню. За каждую победу в награду положена карточка. Всего таких карточек 5. Опять это зомби-девка. Мы обо всем позаботимся. Удачи вам. Я бы осталась и помогла, но... я опаздываю. Да, сильно опаздываю. Да, мы поняли. В туалете опаздываешь. Так, ну и чё? Как с книгой бороться? Вдруг мы тоже опаздываем. Так, наверное, ее надо вызывать. Ну, давай. Депульсо! Ой, вылезла, ты смотри. Давай! Рикту-сэмпра! 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 Так, страницы надо херачить, или как? Рикту-сэмпра! 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 Так, ну что, страница... Ой, блин, из книги-то сложнее смотреть. Ну, вы молодцы! Староста сказал, что мы получим все 5 карточек, если сумеем задать этой заразе хорошую трёпку. Сейчас зададим ей хорошую трёпку. Ой, Гермиона, смотри, ты как под... А, нет, я думал, ты исполняешь, стоишь. Так, какую-то бабульку, смотри, взяли. Ну-ка, что такая за бабулька? Смотри, она прям такая, вот как мухомор такой, хупа. Бери. Так, смотрим бабульку. А, это еще и ведьмы отдельно. Баба-Яга, средневековье. Русская ведьма. Жила в избушке на курьих ножках. Ела на завтрак маленьких детей. Возможно, также и на обед, и на ужин. Прикольная баба-яга. Смотри, баба-ягу, да нифига себе запихали. Да. Так, берем лягушку, кому надо. Давай еще трепку этой книги устроим. Ну-ка. Вылазь. Давай, давай. Так, Гермионка, не, там не кричи. Рикту-сэмпра! А, я сначала, короче, стреляю, короче, они вылазят, понято. Понято. Все твои рикту-сэмпра! Рикту-сэмпра! Я понял, они, короче, стреляют, страницы летят, понято. Рикту-сэмпра! Я хвастаться не люблю, но мы просто молодцы. Да, ты вообще прям хвастаться не любишь ни разу. Так, это тоже какая-то ведьма. Смотри, какая. О, нифига себе, с яблочком. Давай посмотрим. Что за ведьма за такая? Ну, это более прикольно. Маладора Грим, средневековье. При помощи зелья красоты скрыла свою истинную внешность и вышла замуж за короля. Поддерживала наколдованное обличье с помощью зачарованного зеркала. Из зависти накормила самую красивую девушку в стране отравленным яблоком. Ну, в принципе, наверное, так все делают, да? Поддерживают себя какими-то зельями. Там, кремами, еще чем-то непонятным. Ладно, давай. Депульсо! Давайте, стреляйте. Так, Гермиона, не паникуй. Рикту-сэмпра! Так, Рон, стрельну. Рикту-сэмпра! 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 Так! Рикту-сэмпра! Давай! Рикту-сэмпра! Да Гермиона там не несы, давай. Рикту-сэмпра! Ой! Рикту-сэмпра! А, за каждый удар, типа, их все больше и больше, да, я понято. Рикту-сэмпра! Ой-ой-ой, что-то я это... Все, я понял. Успокойся, успокойся. Рикту-сэмпра! Это я маленько опоздал. Рикту-сэмпра! Вот и книга, а, бешеная. Да Рон, вообще. Я уверена, что теперь ты колдуешь куда лучше, чем раньше. Нифига, какие подкатики пошли.
Так, ну нам нужны лягушки 100%. Так, это мы кого взяли? Какая-то еще бабулька. У-у-у. Смотрим на бабульку. Так, кто такая? Летиция Самнолинс. Средневековье. Ведьма. Из зависти к дочери короля заставила ее уколоть палец веретеном, смоченным глотком живой смерти. Молодой волшебник смазал губы зельем Вигенвельд, поцеловал принцессу и вывел ее из транса. Нифига себе. Да, вывел ее из транса. Опасный. Так, давайте еще с книгой справимся. Давайте, давайте, отходим. Давай, давай, книга. Да все, успокойся. Давай, давай. Да, отлично работаем. Команда просто. Ой. Короче, за каждый удар, я так понял, что книга еще вызывает себе пару страниц. Красавцы, давай. Опа. Молодцы. Если мы сумеем добить это чудовище, то получим последнюю карточку из набора. Да, понято. Еще и сохраняшка проходит каждый раз, отлично просто. Так, это кто такая? Нифига себе, какая-то это жабище. Смотрим. Во. Мамаша Хаббард. Средневековье. Заманивала заблудившихся животных к себе домой и морила их голодом до смерти. Ах, она скотина! Охренеть! Вот кого надо херачить, а не книгу. Не, это жестокое, конечно. Давай. Ну давай, книга, давай, чем ты удивишь-то? Давай, свои страницы, давай. Творим заклинание Риктусемпра. Риктусемпра. Да ты куда, Ром, творишь-то? На! Риктусемпра! Давай! Риктусемпра! 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 Так, полетело! Риктусемпра! Ой, куда полетело-то? Риктусемпра! Да ты что творишь-то? Риктусемпра! Ой! Рона херанули, да? Риктусемпра! 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 Да! Ой, зеленка! Риктусемпра! Риктусемпра! А что такая книга бешеная? Иди сюда! Ой! Риктусемпра! Да блин, меня чуть не сожрали! Тихо! Нет! Один удар и все, да, я херанулся! Есть! Все! Одолели книгу. А так конфеты? Так и надо этой чудовищной книге про чудищ. Фух, ну и гнусная же книжка. Гермиона! Гермиона, я только хотел сказать, нифига себе, ты про книжки так говоришь. Ты же главная книжница. Так, конфеты берем. Лягушки берем. Все. Так, это кто такая? Кикимора какая-то. Смотрим. Корделия Мизерикордия. 1298-1401. В 14 веке была представительницей ведьм в Совете волшебников. Ну да, кикимора какая-то. Так, ну все получается так. Что, где задание у нас? Так, это так. Меню мини-игр. Поиски. Пикси, чудище, что? Не знаю, что это такое. Это запас мы показаны, понятно. Так, все, мы, короче, этих, смотри, уделали. Осталось полетать на клювокрыле. Так, и не все эти портреты собрал, понято. Так, вот, меню заданий. Так, смотри, бой с чудовищной книгой о чудовищах выполнили, молодцы. Осталось полетать на гиппокрифе. Там еще, получается, нам карточек, да, дадут? Ну, давайте пока не будем оттуда убегать. Нам надо портреты все открыть. Пойдемте открывать портретосы. Так, здесь что, куда еще пройти можем? Что, тут нигде никаких будет, не будет секретных комнат? Да ладно. Что, правда, что ли? Ну ладно, поверим. Бежим тогда смотреть, что еще есть. Это был второй этаж, да? Да, второй этаж был. Все, красавцы. Здесь все выполнили. Так, это мы проверили. Сохранимся. Тун-тун-тун-тун-тун. Все-таки с книгой подрались нормально так. Карточек насобирали. Так, третий этаж. А, это третий этаж.
Идем дальше. Четвертый. Так, четвертый — это где меня этот мудак на экзамен позвал. Да? Ну да, это этот, выполнить практику. Так, эти ничего не активно тут. Сейчас посмотрим. Это практикум. Черепушка. Это кажется, дверь... здесь заперто. Да, я вижу. Нет, тут что-то ничего не активно. И скелетос тоже. А во втором был активен, я помню. Алахамора! Опа! Депульсо! Так, 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 так. Ну что-то мало. Ни о чем. Так, этот этаж бесполезный, запомнили. Четвертый этаж — бесполезный этаж. Идем дальше. Пятый этаж. Кстати, тут квиддича нету. Нету квиддича. Эй, Гарри, иди сюда. Да, сейчас приду. Так, этого мы были. Ля-ля-тополя. Ля-ля-тополя, да, мы тут все взяли. Алахамора! А это я закрыл. Зачем закрыл, непонятно. Так, подожди, ля-ля-тополя. Тут просто сохранение, да, зачем-то даются. Ладно. Давай покупаем, что у тебя есть? Гарри, карточку купить не желаешь? Да, желаю, желаю, давай. Так, Норвелл Тронг, давай покупаю. Хорошо, договорились. На здоровье, Гарри. Красава. Так, что за мудак? Смотрим. Где он у нас? Вот он. Норвелл Твонг. 1888-1957. Погиб, спасая ребенка Магла от сбежавшей из зверинца Мантикор. Посмертно награжден орденом Мерлина первой степени. Ну ладно, что, герой. Так, давай еще покупаем. Ребята, вам случайно карточки не нужны? Да мы только что к тебе подходили. О, какой-то Освальд Бимиш, нифига себе, 225, ну ладно. Лады, покупаю. С тобой приятно иметь дело. Ну а то. Так, давай смотрим, что за тип. Вот он. Освальд Бимиш, 1850-1932. Первый в мире борец за права гоблинов. Нихера себе. Так гоблины сами за себя постоять могут. Чего? Давай и третью покупаем у нее сразу. Гарри, карточку купить не желаешь? Да желаю, давай. Федус Ферг. За 70 кексов, ё-моё. Ладно, идет. До встречи. Не, кексы надо поберечь. Потому что пароли, мало ли там какие-то покупаются. Да, вот он. Фадеус Ферг. 1632-1692. Волшебник. Стал отцом семерых сыновей, совершенно не способных к магии. С горя превратил их всех в ежиков. Охренеть, вот у тебя ежи. Ё-моё, вот эти волшебники. И у меня еще одна целая тут недоступна. Еще драконов не всех взял. Волшебницу одну. Игроки в квиддич не всех. Вампиров еще не нашел. Только получается тролли, ой, великанов, ведьм и гоблинов я всех нашел. Ну ладно, продолжим поиски. Так, идем дальше, выше. Сейчас до Фреда дойдем, до этого, до Джона там, или кто там он там. Джордж, так, пятый этаж, хорошо. Так, это шестой. Так, тут. Все взято. А, тут я был. Робин Бобин Барабек. Да, да подожди, Робин Бобин Барабек. Я тут был. Да блин, опять что ли? Да я не хочу, идите нахер, ну. Уф, ну. Я ж был там. С чертями с этими драться. Так, здесь тоже все хорошо. А какие, получается, я не открыл-то? Все открыто везде. А, вот эту, наверное, не открыл. Думаю, нам стоит купить пароль у Фреда с Джорджем, чтобы взглянуть, что там за этим портретом. Так, это седьмой этаж, понято. А это восьмой, последний. Ну, получается, одну комнату у меня осталось. Эй, Гарри, Фортуна майор. Иди сюда! Да не, иди нахер, так. Так, где Фреды? А, вот они. Да, давай мне все пароли. Привет, Фред. Привет, Джордж. Да, привет. Мы только что получили этот пароль. Но что за тем портретом, я понятия не имею. Да ладно тебе рассказывать. Так, а вот этих я не встречал. Где они находятся, ладно, я не знаю. Ладно, идет. Так. Ну мы сейчас все купим. Все... Какая-то непонятная штуковина. Думаю, на самом деле она стоит вдвое дороже. Ну ладно ты. Я ж покупал. Отлично, договорились.
Блин, мне так кексов не хватит на вас. Извини, Гарри, но у тебя слишком мало волшебных кексов. Офигеть, еще надо 25. Извини, Гарри, но у тебя слишком мало волшебных кексов. Понято. Подожди-ка. Кексы, кексы, каракексы. Вот они, эти кексы. Тут обмен какой-то Гарри, дорогущий. Гарри, ты очень хочешь заполучить эту вещь. Особенно по такой цене. За 50, не, не покупать. Пожалуй, нет. Но все равно спасибо. Что-то кексов вообще прямо мало-мало. Ну пойдем, какой-то один портрет мы все-таки купили. Где-то еще портреты, получается, есть. Ой, точнее эти... Ну да. Фортуна майор. Фортуна майор. Вот эту я не купил, точно. Гарри, карточку купить не желаешь? Давай. За 75... О, Венделина странная. Че, ее сожгли-то? Лады, покупаю. Красивая деваха. На здоровье, приятель, карточка твоя. Да-да-да. Так, что за деваху купил? Так, все, собрали всех девах, смотри. Вот она. Венделина странная. Дата жизни неизвестна. Настолько любила сгорать на костре, что 47 раз добровольно сдавалась в руки инквизиторов, меняя обличие. Троллила их. Ну что, фетиш такой у нее был? Любила погореть, так сказать. Все, девах, смотри, мы всех собрали. Вот они, все девахи. Так, причем вот этого я бы вообще подумал, что это тролль. Ну да ладно, это Белоснежка. Ну что, все, здорово. Так, еще есть карточка у тебя? Да, есть. Эй, ребята, вам случайно карточки не нужны? Нужны, конечно. Ой, 40 кексов. А, нет, они у меня есть. Ну, давай. Ладно, идет. Удачи, Гарри. Блин, ладно, до встречи. Все тыквы потратил. Серьезно. А он где у нас? Он здесь. Так, где этот? Вот он. Уилфред Элфик. 1112-1199. Первый волшебник, погибший в стычке с африканским носорогом. Ну ладно. Так, еще есть карточки. Извини, но это тебе не по карману. Ну ты офигел, что ли? Вообще, блин. Так, вот эту я открыл, нет? Все, думаю, нам понято. Стоит купить пароль у Фреда с Джорджем, чтобы взглянуть, что там за этим портретом. Да пульса! Понято. Так, конфеты собрали, молодцы. Так, ну получается, мы открыли вот внизу пароль. Где-то здесь. Да, вот этот вот. Не открыли, что ли? Эй, я ж купил. Блин. А какой я тогда купил? Подожди. Щиты. А, вот эту я купил. И вот этого какого-то. А, в маленькой комнате в подземелье. А это над столом в третьем этаже. А-а-а. Значит, мне сейчас на третий этаж надо. Ну, пошли на третий. Так, шестой. На-на-на-на-на-на. Пятый. Четвертый. Это получается как полуэтажи. Так, вот третий, да. Где она? Висит-то. Нет, не здесь. Вот тут она, во. Серп луны. Отлично. Ха. Так, куда попали? Депульсо! Депульсо! Ой. Так, эти не работают хорошо. Так, что тут? Спонгифай! Все, полетел. Хыть. Так, там вижу уже мудаков обезьянных. Депульсо! Ой, гопники выскочили, ну давай. На! Так, тихо, тихо, тихо. Вот в тебя. На! А то стоит там такой. Друганы, значит, отдуваются, а он там стоит. На! Все, отлично. Алахамора! Алахамора! Да, тут комната большая. Ой, ё-моё, и тыквы дали, офигеть. Ты вроде казалось так много, я насобирал там 200 или сколько штук, а нифига подобного. Разлетелись на карточке только в путь. Ой-ой-ой-ой-ой. Риктусентра! Один улетел. Так, вот ты. Ну, куда ты встал-то? Отойди оттуда. Риктусентра! Да отойди, я сказал. Риктусентра! Мне тебя теперь разворачивать прикажешь. Риктусентра! Все, в печку улетел.
Так, лягушечка. Эту достану? Нет, не достаю. А чё флаги-то неактивны? Обидно. Спонгифай! Зато карточка какая-то там есть. Ой. Так, кого взял-то? Блин, сейчас искать их замучишься. А кого я взял? Чудовище взял? Да, чудовище. Гном. Распространенный садовый вредитель. Гномы прячутся в норах, могут выскакивать оттуда и ставить подножки зазевавшимся прохожим. Чтобы выгнать гнома из сада, его нужно раскрутить как следует и швырнуть за ограду. Да, прикольно, мы в тех частях этих расхерачивали этих гномов. Только в путь. Ну здорово. Так, взяли. Так, а домой как теперь? Тут никак. Ну ё-моё. Ноги прикажете ломать, что ли, теперь? Ух. Так, эти все, да? А тут что? Нет, просто, ну ладно. Все, открыли, ура, эту комнату. Так, теперь еще в подземелье надо сходить. Так, ты, Рон, откуда вылетел? Ты что? Бешеный-то такой. Так, теперь в подземелье пошли. Так, сохранимся. Тун-тун-тун-тун-тун. Вот от такой серии я, в принципе, и хотел, наверное, серии 2-3 назад просто побегать по Хогвартсу и пособирать все. Но мне не дали. Потому что я попадал везде на сюжет. Ой, вон еще ящик, смотри. Тихо. Здесь я ни разу не был. Алахамора! Открывайся, давай. Ну что-то не густо. Из черепушек и то больше вылазит иногда. Так. Най-най-най-най-най. Так, а где подземелье у нас? А это надо в главном, да, выходе, понято? Гарри, иди-ка сюда. Нет, мне не надо к тебе сейчас. Так, там что такое? А, это лифтовая. Но мы тут мало были где. Вот здесь мы не были. Эпульсо! Так, там какой-то практикум, понято. Кстати, это практикум для Гарри. Огненный, который мы не исправили. А, они тут все. Эпульсо! Не хочу, ребят. Я знаю, что я не все щиты собрал. Но пока посмотрим. Пока у нас есть другие дела. Мы еще на клювокрыле не полетали. Так, это куда? Не могу открыть дверь. Да ладно тебе, Рон, ты че? А здесь? Заперто. Да ладно. Ну, пошли сюда. Так, это на первый этаж. О! Люмос! Алахамора! Так, что тут у нас? Конфетоски только. Ладненько. Пошли сюда. Так, подземелье. Чего у нас тут подземелье? Целая локация? Так, вот она, тайная комната. Воистину. Воистину. Ну давай сохранимся. Какие-то опасности, что ли, ждут нас? Вон карточка. Так. Ага, это прыгать надо. А эти со мной не пошли, друганы, молодцы. Молодцы, друганы мои. Иди-ка ты нахер сам туда, да, такие? Алахамора! Так, вылетели. Опа. Спонгифай! Так, это куда теперь? Нифига себе, в бочину прям. Алахамора! Так, тыквы. Так, все, насобирали. Спонгифай! Алахамора! Так. Карточек пока нету, но мне надо. Ой, подожди, блин! Алахамора! Тут, наверное, еще можно было там набить, да? Ну ё-моё, а. Блин. Спонгифай! Все время забиваю эти сундуки, что их два раза можно брать. Так, это кто такой? Ух ты, это какой-то вообще. Стрекозел, богомол какой-то, ну-ка. Это чудище, да, чудовище. Вот он. Докси. Этих существ зачастую путают с феями. Обитают в кустах. Нападают на тех, кто подходит близко к месту их обитания. Зубы острые, ядовитые. Да какие феи, ты посмотри на ее морду. Таким надо быть пьяным, чтобы ее за фею принять. Ой-ой-ой-ой-ой! Риктусемпра! Вот это мне подставу сделали. Риктусемпра! Риктусемпра! Вот подставилки-то, а? Алахамора! Тихо там! Риктусемпра! Риктусемпра! Ух, ух, ух!
Риктусемпра! На тебе. Так, все. Блин! А чё я не взял-то это ничего? Подожди. Ну-ка еще раз. Ё-моё, тут везде появились эти штуки. Да блин, погоди. Да ты как так не взял-то, пролетел-то? Ты что творишь-то? Да блин, ты возьми эту тыкву. Блин. Давай. Молодец. А как тебе взять? Чё, обратно что ли лететь надо? Ладно, сейчас решим. Да, обратно, смотри. Вот это да. Не, ну надо. Надо. Так, этот ящик забрали. Вот они тут молодцы, конечно. Все. Так, все, ящик открыт. Так, выравниваемся. Полетел. Отличненько. Так, все взял? Так, а как обратно теперь? Это куда? Ага, все, это домой. Отлично. А это заново. Хорошо. Не понято. Друг. А, все. Привет, друзья, да, стоят такие нормально, все хорошо у них. Так, смотрим, что здесь у нас. Закрыто. Ух ты. О, Гарри, иди сюда. Что-то мне твой голос, я вообще-то тут с друзьями. Что хочешь предложить мне тут подземелье? Эй, ребята, вам случайно карточки не нужны? Да, собираем как раз таких подземелье. Чжон Ел, давай, покупаем. Звучит неплохо. Ладно, беру. Эта карточка, вот, кстати, у другого типа. Как она у тебя оказалась, слышь? Так, этот китайский тип, он здесь, да, наверное? Да, вот он. Чжоу Ян, 4 век до нашей эры. Китайский алхимик. И все? Ну, могли бы и побольше про него рассказать. Так, давай еще что-нибудь. Че? Все, не продаешь? Серьезно? Так, закрыто. Видимо, я все карточки купил, которые можно покупать у барыг. Да, они теперь просто сны стоят. Так, тут закрыто. Ага, у меня пароль, по-моему, тоже есть от этой комнаты. Будьте здоровы. Будем. Так, сохранились, отлично. Люмо! Так. Риктусемпра! На тебе там. Ха-ха, с первого удара просто. Алахамора! Алахамора! Не, подземелье, конечно, шикарное. Две комнаты, куча всяких плюшек. Так, тут пропасть? Нет. Я просто не вижу нифига. Так, подожди, а туда прыгать можно? Нет. Тихо там, кто там? Ага, вот ребятишки. Риктусемпра! Полетел. Риктусемпра! Полетел. Риктусемпра! Так, улетел. Так, тут что у нас? Есть смысл туда прыгать? Да нет, вроде нет. Здесь что у нас? Кто там где? А, они внизу там сидят. Ну, тупыри. Так, ну это я уже знаю. Риктусемпра! На подставу. Риктусемпра! Риктусемпра! Просто подземелье такое, никем не охраняется в Хогвартсе, просто сделали. Сделали, заходи кто хочет. Всякую фигню устраивай, все нормально у людей. Так, дорожка мне звездная вышла. Так, ну давай еще кто-нибудь, выходи. Алахамора! Скелетосов жду. Подземелье должны быть скелеты, как так-то? Алахамора! Так, еще конфеты. Ну конфет 1300, просто вообще жирно. Кто там? А, это туда. Алахамора! Алахамора! Ой, карточка, так кто это такой? Это чудовище по любасу. Читаем. Это вот он. Леший, страж дерева. Искусно маскируется при помощи разнообразных чар. Может попытаться выцарапать глаза тому, кто приблизится к его дереву с угрожающим видом. Вот тип вообще. Я помню, кстати, во второй части были эти какие-то лешие, деревьями кидались. Да, все, смотри, они больше не торгуют со мной. Отлично, значит, все карточки, которые можно было купить, мы с вами купили. Значит, пойдемте отсюда. Ух, так, можем ли мы купить
У Джорджа и Фреда что-нибудь. Смертный ужас. Да, смертный ужас. На восьмой этаж почесали? Звездный свет. Посмотрим, могу ли я купить какую-нибудь пароль от сейфа. Фортуна майор. Да-да-да-да-да. Депульсо! Что такое? Вот что он делает? Нихера ж не делает. Ну да ладно. Давай, Джордж, Фред, отдавай пароль. Привет, Фред. Привет, Джордж. Никто не знает, что будет, если воспользоваться этим паролем. Но ты же не боишься риска, а, Гарри? Конечно, не боюсь, ты чё? Во, вот это вот деваха, давай, покупай. О, я это беру. А это мне не хватит сейчас, да? Извини, Гарри, но у тебя слишком мало волшебных кексов. Это надо 30, понято. Так, где мы видели эту деваху с Квиддичем? А, точно, сейчас посмотрим здесь. Вот она. А, портрет в маленькой комнате на восьмом этаже. Это прям тут. Понято. Давайте сразу посмотрим, где это. В маленькой комнате здесь? Так, не здесь. А где тогда? Фортуна майор. А, вот она. Перекати поле. Ну все. Сейчас перекатим. О, так и вы со мной тут, друзья. Это хорошечно. Давайте, черти, выходите. Ну да, конечно. Риктусемпра. Нифига вас тут. Риктусемпра. Риктусемпра. Уворачивайся, Гермиона, ты чё? Риктусемпра. 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 На. Ой, да тихо, блин, я подумал, сейчас упаду в пропасть. Так, тихо. По-любому тут есть за портретами что-нибудь. Что, все что ли? Да ну. Ну, по-любому же туда как-то еще надо попасть, нет? И вот этот ящик открыть главный. Спонгифай! Ладно, полетели пока. Так, а вы-то за мной полетите, нет? Ой, дурачки. Депульсо! А, это я открыл, получается, этот, понято. Ну, блин. Спонгифай! Тихо, тихо, тут надо как-то прыгнуть так. А, это просто упасть надо, понято. Так. Давай, колдуй. Алахамора! Что там такое? Смотрим. Ё-моё. Ё-моё. Отлично. Зашибательно. Так, а как эту тут открыть? Ой-ой-ой-ой-ой. Депульсо! Злые книги. Депульсо! 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 На тебе! Депульсо! Весь Хогвартс им расхерачили. Давай. Алахамора! Давай карточку. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Ё-моё! Ох ты, карточка! Блин, Рон, ты кого взял-то? Чудище какое-то, да? Сейчас посмотрим. Да! Чертик. Встречается исключительно на территории Британии и Ирландии. Отличается грубым чувством юмора. Например, любит толкать зазевавшихся и ставить им подножки. Вот черт, а? Чертяга. Так. Ну все, все тут взяли. Да, вроде бы все. Все обрыскали, все взяли. Отлично. Мне не хватило сколько-то кексиков, да, чтобы купить еще этих у Джорджа и Фреда последний пароль. По-моему, да. Фортуна майор. Не хватает буквально чуть-чуть там. Пять или сколько их там. Ну-ка же посмотрим. Привет, Фред. Привет, Джордж. Да, вот последний Извини, пароль. Извини, Гарри, но у тебя слишком мало волшебных кексов. 30. Так, 30 кексов у меня. А сколько их надо-то мне? Вот надо еще клюво-крыво пройти. 4 мне надо. Ладненько. Ладненько. Это получается, ну-ка, карточек 5 из 5, 2 дракона, 4 игрока в квиддич, еще 3 вампира где-то надо найти, 3 чудовищ и 1 мужика. Посмотрим. Ну-ка, может, еще здесь у этого можно купить кого-нибудь? Где он стоит там? Фортуна майор. Да, вот он стоит. Нет, не продают, смотри-ка. Не продают. Ладненько, давайте, ребята, на этом я серию закончу, сохраняюсь. Думаю, следующая серия будет последней, потому что нам что осталось с вами сделать? Так, где тут задание-то у нас?
Так, текущая статистика. Здесь надо? Да, вот задание. Получается, нам надо найти все-таки 10 из 10 щитов, полеты на гиппокрифе и получить все коллекционные карточки. Я думаю, в следующей серии мы с вами это как раз-таки и закончим. А сейчас под приятную музыку мы сохранились. Подписывайтесь, ставьте лайк. С вами был Чердак Норбу. Увидимся в следующей заключительной серии по Гарри Поттеру. И пока-пока!